Пассажирский флот АО «Чебоксарский речной порт» начнет перевозки с мая. В период навигации пассажиров будут обслуживать теплоходы разного класса. В первых числах мая в Чувашии возобновится речная навигация. Прогулочные рейсы по Чебоксарскому водохранилищу, туры в замок Шереметьево, рейсы по маршруту Чебоксары, Левобережный пляж и Чебоксары-Сосновка-Чебоксары. А вот маршруту Козловка-Волжск-Козловка Чебоксарский речной порт возить пассажиров не планирует. Об этом сообщается на сайте организации.